Всем привет, чуваки, короче, начинается новый день, сейчас будем снимать новое видео, и, короче, вот, и, короче, смотрите, как вселенная повернулась, что Егор, в общем, пришел самый первый. А, понятно, почему. Ты че, вообще, что ли, образование не получать? Я вчера смотрел на тебя, я такой, о, какой позор. Я такой, знаешь, у меня на грани было, блин, загоняться или не загоняться. Блин, ну это же бред, ну, господи. Она так еще таким тоном говорила, блин, как будто все, я потерянный. Потом, когда ты вышел, она начала говорить. Она мне четверку поставила, я даже нихуя не ходил вообще. Я уже думал, она мне тройку поставит, она четверку поставила. Пипец. А тому чуваку, которому вообще просто нихуя не хотел, он мне пятерку поставил. То есть, ну я как бы молодой, поэтому отношение такое ко мне, типа как молодому. Ну да, скорее всего. Такое отношение. Ну, блять, это пиздец странно. Решил попробовать мой образ жизни, Макс. Не отвечает на звонки, опаздывает. Английский. Приедет, ты сейчас заплышишь мне глазами. Да. Ты реально просто проспал? А? Спал? Ага. У меня заплывшее все было, я как... Странно, как бы, я просто лег в 3 часа. При этом я вчера... И встал в 7. Я 4 часа поспал всего лишь, поэтому... При этом я вчера последнюю бутылку выпил в 5 часов. Вот бутылку чего? Ты представь, Егор, он поспал. Вот, у меня в зеркале есть. Так, медленно закрою ее. Вот я там был. Теперь меня нету. Ой, я опять там был. Так странно выглядело. Обычная находка в нашей коробке. Не, смотри, смотри, давай, сейчас там еще сейчас чай будет растворяться. Сейчас это вообще противоестественно. Самофетиш какой-то. Демотивирует нас. Что? Именно демотивирует. Поднимается все с проходника, с этого тренда, с того, что легко усваивается. Тим Фрай, ты доказал, что у нас есть живые подписчики. Не, просто когда видишь, кто-то оставит живой комментарий. Не вот это дерьмо, типа, я первый, я второй. Я первый, я второй. Ты чего это писать? И когда кто-то пишет живой комментарий, просто какое-то мнение оставляет. Господи, это бесценно. Тим Фрай, ты лучший. Короче, этот на какой-то паре нам этот чувак диктовал фразу какую-то, типа, колпачковые соединения. Я писал кабачковые соединения. Дерево, если что, не пробуй ток. Да я знаю. Вот это дерьмо осталось. Кирилл, сделай обложку, типа, что будет, если сунуть чем-то в розетку?
Короче, я сделал себе 3 бутылки яблочного сока. Короче, я сейчас посмотрел на наш график, и все реально получается очень четко. Вот сегодня 15 число, мы сегодня снимали видео. Завтра я буду монтировать, завтра же оно выйдет, завтра же мы напишем новую идею. Потом 17 я буду в Питере, 18 я буду в Питере, и 19, то есть ночью я приеду вот здесь, и 19 мы сразу же будем снимать вот эту идею. И просто потом следуем графику до конца этого года. Поэтому все очень круто складывается, и это все, короче, типа, ну... Короче, кайфово все. Линдос, как дела у тебя? Ладно, короче. Так. Я не пойду с тобой гулять сейчас. Так что можешь на меня так не смотреть. Я не знаю, что я буду делать. Наверное, буду просто смотреть какой-нибудь фильм. Не буду еще ремонтировать больше ничего. Ну что ты бегаешь? Нет, Линдос, все, место. Все. Все.